Ну вот, ребята, пятница тоже сегодня прошла. Сегодня у меня поздний ужин. А это борщ. Хотел картошечку, пожарили я его. А потом думаю, нет уж. Думаю, я туркмен, я не должен изменить своим традициям. Все должно быть мясное, но борщик, как видите, обалденно с говядиной, телячьим мясом. А это тонко нарезанная баранина с помидорами. Молодого барашка мяса. Вот. К нему, естественно, огурчики вот такие соленые, чесночком маринованные, с огурчиками, с перчиками, вот, лимончиком, вот, хлебом таким вкуснятинкой, помидорами такой, как у нас говорят, как голова сироты, вот, етимин келле сиале, вот такими персиками, смотрите, а, вот такие должны быть. Со сливами. Как у меня друг вот приехал с Баку, да? Он первый день что сказал? Мы привыкли, говорит, кушать мясо. Поехали, мясо будем жарить. Так что мы люди такие, что и казах, и кавказ, и азербайджанцы, мы все любим мясное. Без мясное это супы, мупы, это так, знаете, как у русских говорят, как слону дробина. Поэтому вот так надо вкусно покушать, полезно, и здоровье будет в порядке, вот, и никакие болезни нас не возьмут, вот. И что самое главное, надо радоваться жизни, каждому дню, что нас к нам послал Всевышний, понимаете, Всевышний нам дарит нашу жизнь, вот, и нам говорит: живите хорошо, дружно, в любви, в радости. Вот. Чтобы, я хочу, чтобы у вас у всех, дастархан был полный каждый день. А когда дастархан бывает полный? Дастархан бывает полный тогда, когда дома есть согласие, любовь, все остальное. Вот. И самое главное, в ваших сердцах, когда есть доброта. Вот. Когда в сердце у человека есть доброта, вот, у него всегда все будет. Всегда все. У нас говорят, ахзвир это тангрвир, ахзалана гангрвир. То есть, кто не ладит, короче, с таким этим, да, миром, у него Господь забирает Всевышний. А кто живет хорошо, дружно, в ладу, тогда и Всевышний говорит: этому моему рабу все блага. Поэтому всех вам благ, дорогие мои. Доброго вечера. Приятного аппетита!